Тем временем внутри украинской власти новый раунд выяснений между Михаилом Саакашвили и Арсением Яценюком. Одесский губернатор обвинил команду премьера в ошибках, которые стоили госпредприятиям Украины 100 миллиардов гривен. В пересчете это втрое больше очередного ожидаемого в Киеве транша от Международного валютного фонда. На Яценюка Саакашвили нападает во второй раз уже за два дня. У многих вопросы, это губернатор сам такой активный или через него претензии главе правительства высказывает президент Порошенко.